Сегодня в нашем зале рядом с ветеранами находится молодое поколение. Будущее Донского края. Будущее России. Спасибо за аплодисменты. Спасибо вам, что вы есть здесь на сегодняшней хорошей нашей молодежной встрече с теми, кто завоевал победу, кто отстоял независимость нашей советской войны. Гордимся тем, что можем представлять нашу страну, защищать нашу родину на спортивной арене, и мы постараемся на нашем поприще сделать все возможное в будущем для того, чтобы наша держава, наша страна выглядела достойно и всегда занималась.